Ух, возвращаемся к Гексагону. У нас четвертая пара. Дмитрий Савин, представитель команды ТАФ-ИНА в город Екатеринбург. В принципе, в каждой паре из всех, которые мы уже посмотрели, есть представители именно этого коллектива. Ну а против него Василий Зубков. Все, кто следит за ММА, знают Василия, потому что где только он не дрался. Соответственно, Василий Зубков, город Санкт-Петербург, Россия. И он менее опытный, у него, к сожалению, пока только одна ничья и поражение. Дамы и господа, рядом со мной боец из Санкт-Петербурга. Ему 39 лет, рост 181 сантиметр, вес 84 килограмма, 250 граммов. Профрекорд 2 боя, 1 поражение, 1 ничья. Базовое единоборство ММА. Бойцовский клуб «Витязь». Питерский околофутбольщик, который на старте карьеры успел пожить в подвалах северной столицы. Боец с историей и с характером. Василий Ласвер Зубков. Его соперник из Екатеринбурга. Ему 26 лет, рост 188 сантиметров, вес 85 килограмм, 450 граммов. Базовое единоборство. Рукопашный бой. Профрекорд 5 боев, 4 победы, 1 поражение. Бойцовский клуб ТАФ-ИНА. Мастер спорта по рукопашному бою, чемпион мира по универсальному бою, трехкратный чемпион России Дмитрий Савин! Формула боя. 3 раунда по 2 минуты до 85 килограмм. Рефери Александр Сидорин. Бойцы на центр. Дмитрий Савин у нас чемпион мира по универсальному бою. Ни на что не намекаю, но такое же звание есть у Сергея Павловича, например. Показываем красивый, честный бой. По углам. По углам. Судья. 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 Готов, боец? Готов, боец? Первый раунд. Файт! Пять, пять, пять. Держится на дистанции Василий Зубков, используя свой опыт, просто безграничный на самом деле в ММА. В кулачке пока два боя, как мы уже говорили, и ни одной победы его пропускает на сближении Василий Зубков. И еще разочек, и уже не на сближении. Видно, что гораздо более выученный здесь Савин, а Зубков такой больше на характере подраться, рубануть и сделать именно что-то вот эдакое, а не как-то более академично выковать эту победу на протяжении длительного этапа. Очень нравится мне одна из цитат Василия Зубкова. Несколько лет назад он ее говорил, еще выступая в ММА. Драться не особо умею, но очень люблю. Ну, это видно по постановке кулаков, по глухой защите, в которой он находится. Он так высоко их держит. И как работает здесь в данном случае Савин. Левая рука прибита там к челюсти, как правило, и правый он сразу фехтует, не давая приближаться к себе Зубкову. Поэтому, как только он это сделал, в общем-то, все прекратилось. И сам стал, понял, что надо брать инициативу. Падает Василий, но не по причине нокдауна. Да. Вот теперь здесь, точно. Здесь нокдаун есть. Но вот в предыдущем моменте действительно было видно, что пропустил удар Василий Зубков, но упал уже чуть позже, и не из-за него. А вот в данном случае иногда он был отчитан, и здесь все справедливо. Сечка на голове образовалась мгновенно, и я не исключаю, что по такому течению поединка все может закончиться очень быстро. Ну, Савин очень хорош, он очень уверен в себе. Просто выдергивает Василия, проваливает его и доносит свои удары. А иногда и этого не делает, просто идет вперед, и мы видим, двойка тоже очень хорошо работает. Да, просто стоит Савин напротив своего оппонента. И не смог все-таки до конца раунда нанести удар. Все, ты еще здорово. Ничего страшного, понял? Ничего страшного. Не срывайся, чуть пониже будет. Жив живот, правый в голову. Где-то через ложное действие начни, ты понял? Где-то дерни и пойти с атакой, дерни и пойти с атакой. Понял, да, меня? Как дышишь? Хорошо. Все здорово, да?
только нужно работать больше. Но не срывайся без подводящих действий. Ты понял? Чуть дерни ногами, чуть дерни ногами. Дерни, войди. Понял, да? Дерни. Секунданты за октагон. Говорили сейчас, насколько я понимаю, в углу Дмитрия Савина, чтобы он немножко более вариативно действовал, дергал, и, соответственно, тогда он получит возможность в раскрывшегося Зубкова попасть. Но если повторится сценарий первого раунда, то и всего этого делать, возможно, и не нужно, поскольку Василий Зубков летит вперед, и несколько раз он провалился и пропускал. Посмотрительнее сейчас Василий действует. Явно не понравилось ему бывать в нокдауне и пропускать такое количество ударов, которое было в первом раунде. Это такой любопытный момент, когда Зубков не очень хочет идти вперед, а Савин привык как будто бы работать вторым номером. Ну или, по крайней мере, здесь себя так проявляет. И, соответственно, его любое действие, направленное на атаку, движение вперед сразу, как правило, заканчивается вот такими попаданиями! Вот это да, Василий Зубков. Но мы видим, что Савин поднимается. Он не совсем понимает еще, где находится. Обрати внимание на его зрачки. Нет. И все, дамы и господа. Василий Зубков, добро пожаловать в RCC Hard. Честно говоря, хотел я в следующую секунду сказать, будет интересно посмотреть, как будет действовать Савин первым номером. Потому что для него это не совсем привычно. И буквально перед этой моей фразой Зубков вот этот вот выбрасывает правый оверхэнд. Я не верю своим глазам, дамы и господа. Это просто невероятно. Вот так, одним ударом он просто выключает того оппонента, который мог поставить точку просто в этом поединке уже давным-давно. И какой по точности. Очень красиво, очень красиво. И надо сказать, что сознание он сопернику не выключил, но полностью выключил понимание того, где находится Савин. И этого вполне достаточно, чтобы бой был прекращен. Василий, ты не только любишь драться, но еще и умеешь. Говорим, наверное, ответственно мы вместе с Олегом по поводу твоего высказывания. Это было феерически невероятно. И какая драма все-таки, просто невероятная. Как же Савин сейчас расстроен. Все было в его руках. И нужно было не терять этой концентрации. Работать, работать, работать. И доработать оппонента. И просто секундная слабость стоила ему сейчас досрочного завершения. Ну, хорош, хорош. Честно говоря, заслужил бонус. Я уж не знаю, как их здесь будут распределять. И северная столица ликует. Василий Зубков действительно это самый яркий финиш пока. И, честно говоря, превзойти этот финиш будет довольно сложно. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на 58-й секунде второго раунда. Победу нокаутом одержал Василий Восвар Зубков. Василий Восвар, ваши аплодисменты. Вася, у меня в руках бонус от телеканала «Удар», который получаешь ты. Расскажи, пожалуйста, про этот впечатляющий камбэк, который ты устроил. Я пахал, ты не дай собой соврать. Я тренировался. Ну вот результат, ребят, ну я не знаю, мне 40 лет. И у меня 7 июня будет 40 лет. Я себе сделал подарок лучший в своей жизни. Спасибо всем. Извините, так получилось, что это бои, правильно. Рад, буду пахать. Барнакл, Америку хочу. Спасибо еще раз, аплодисменты. Вас вор. Да, невероятный поединок. Абсолютно точно украшение этого турнира. Здесь вот, казалось бы, начало конца для Василия Зубкова. Здесь еще раз он падает. А потом наступает момент X. Вот здесь поджимает. И невольно вспоминается поединок между Андреем Орловским и Федором Емельяненко. Это было блистательно. Мы двигаемся дальше.